Все, поехали. Давай, Ваниш. Ага. Врубай басы. Полетели. Да, да, Я да, да, на да, звук да, да. стартовал. Я тоже, ну, я вообще просто на звук в секундомер врубил. Где Ё-моё, звук, ёпта? как все лагают это. Так, Водородолов среагировал лучше всех в машине. Я среагировал лучше всех я, это я просто на первом подъеме покакал. Да говном пахнет. По клюке всегда говном пахнет. А, ты не помнишь, ты не знал, что у нас в прошлом сезоне было тут. О, Паша, привет. А что было в прошлом сезоне, я не помню. В прошлом сезоне у всех 5-3, кроме моей сборной. Это был первый круг, остальные потом ноль. Да, потом, уже дальше ноль был везде. У всех. Но мы выиграли тогда двумя составами. Какая у вас сборная тогда была? Понимаю. Австрия. Не, у тебя коврики Италия говорите. Была. Да, у тебя Италия была, у тебя Италия была. Коврики говорите. Ну значит, вот, все нормально. Коврики. Да хорошо, коврики. Первый Лисенок, второй Линков, третий Водородолов, четвертый Губя, пятый Тёма, шестой Уфи, седьмой Кафан, девятый Ильич. Да. Что ты чё? Восьмой Ильич. Да, восьмой Ильич. Да это тупые они, да. Восьмой Ильич, девятый Никин, десятый Рендер, двенадцатый Озан, тринадцатый Овул и пятнадцатый Егор. Кто тут поломал, а? Кто тут плохой? Мы даже номера стартовые не сделали. Да потому что стартовые номера как-то еще стоят тупо. Ой, я занурился. А что за тут аспектус на трассе валяется? Чем он тебе валяется? Уберите это! Сейчас, где он? Даккермен, да? Уже нет его, убрали. Он убрался сам. Повторяю быстро. Лисенок, Линков, Водородолов, Убер, Тёму, Уфи, Эков, Ильич, Нисин, Рендер, Козан, Овал и Гор. Первый Линков, второй Линков, третий Ватер, четвертый Губер, пятый Линков, да, Уфи, восьмой Ильич, девятый Нолик. Одиннадцатого нету. Тринадцатый Козан, тринадцатый Овал и пятнадцатый Егор. Ну полетели, пацаны, в таблицу кто-то. Там кто-то 0-0 закрыл. Водородолов 2-3. Почитал. Понимаю. Кафан 2-3. 3-3. Капец. Штурмовое предупреждение. Тёма 3-3. А, блин, я не туда побежал на штрафной круг. Ромков у тебя, ой, Ромков, как я зовут. Лин, у тебя сколько? 0-1, я написал в чат. В смысле? В смысле, перебег. Так, хренел? Там Коза на коврике дочекал. Коза на коврике? Где? Чё? Тут очень много промахов у всех. 4, 3, 2. А кто-то 0-0 закрыл? Линк. Да. Я 0-1 закрыл. Овал. Овал 0-1 закрыл? Овал передо мной бежит. Чё? Где? О, серьезно? Овал тащи. Козан. Кого? Ром. Какой? 0. Там доп. Патроны выдавались где-то секунд 10, как вы предсказывали. Так, в смысле?
В смысле нет допа? Где допа? Везде допы есть. Везде допы есть. Везде допы есть там. Какой перебег? Это, алло, это же командные блоки вроде, тут везде допы есть. Там вот этими черными блоками командные. Вега, так и будет происходить, мы ничего не изменим. Нельзя. На передачу Кубзи, Даник, Торнадо, Тигер, Тезе. Ильдар, Вирер, Его, Петров, Слендер, Ева, Влад и Попа Гейминг. А куда на передачу? Все-таки голос сказал. Вот тут. Сейчас чекну. Там, где люди. Я понял. Егор и Котан после передачи Стрелы отправили свои промы. Коврики, парни. Коврики, Кулгай. Окей, сейчас. А где люди вообще? А. Первый Линков, второй Рендер, третий Овал, четвертый Водрадолов, пятый Егор. Водрадолов с двумя... Так близко. Чего? Какой Водрадолов был? Нет, он прошел, я видел два прошлого вроде. Пятый Егор, шестой Губер, седьмой Лисенок. Не, у меня вроде все планы, я зачем бегу, но мне. Сейчас нормально все летит. Летит, летит, пацаны. Линк 0-1, рендер 0. Тихо. 1. Восьмой Эков. Девятый Нурик. Десятый Тёма. Одиннадцатый Ильич. Двенадцатый. Где я? Двенадцатый Усли. Тринадцатый Матео. Мышка! Чё, Водрадолов? Так ты же написал 2-2, ты чё круги не прошёл, лол. Эков 0-3, Мифинг 0-2, Олл 1-3. Блин, последним. 1-3, Олл. Сколько у Эков? ДСК, Италия 1. Водрадолов не прошёл круги, 2. Понимаю. 0-3. Всё, Италия 1, ДСК. Может, травка? Ну, ладно. Его на передачу, я уже выхожу. Два штрафных круга. Пошли! 2 минуты. Почему 2 минуты? А сколько? Да. Две. Так. Нет, то есть не ДСК, но штраф будет. 7 стрел, как Крышан говорит. 2-3. Это за это штраф. Я во время стрельбы мышка, провод отошел. 0-1 Ильич. Котан последний, Сева. Как обычно. Первый, по идее... Линк, сколько промах? 0-1 у меня тоже было сейчас. Нет, да. Губер, промахи. Губер. 0-0 он написал. Угу. Уфи. А не, первый, походу, Петров. 0-3. 0-0. Спасибо, Егор. Тут первый Петров, нет. А не-не-не-не, извиняюсь. Так, тут Влад Украина впереди. Тут еще Зигер. А, Торнадо. Угу, понимаю. Ну, за ним... А, тут еще Кубзи. Господи. Лис, Рома. Ты еще раньше скажи. Максон, чудес забора. Отойдите от коврика, как фан. Ой, последний мажет. Попа штраф. Ну что, а что он там? Коврик перепутал. Вы там штрафы записываете, да?
Даник. Даник 03. Да. Капец, лаги. Его, извини, но я не планирую что. Капец, лаги, я стрелять не могу. Да я вообще, у меня не летит. Яга, давай. Да оно не летит, ты понимаешь? Лаги. Давай, хотя бы один. Ну, нормально, давай. Бля, дождь. Я что-то винтовку подобрал. Надо еще выбирать его, хорошо? Вид, промахи, можно твои? Чьи? У кого? Ну, здесь как обычно. Пацаны, пацаны, пацаны. А вы систему вырубили? Да. Машина. Цепчет вырубили. Мне кажется, это вообще на первой стрельбе, там у всех было 3-4, мне кажется, там половину кругов не прошли. Я прошел, да, я с Тёмой проходил. Что... Там, не, я понимаю, там, где, этот... Дальше там коврики были 4 промаха, 3... И вообще, это был бред. ДНФ? ДНФ. Германия пишет, что ДНФ. Бега, смотри, еще первым будешь. Блин, перебег, даже не знаю. А чё сейчас перебег даст, если стрелы всё равно нет? Не, сейчас стрелы начали лететь, типа. А если они опять начнут? То же самое. Смысл? Это если на другой... На другой день, а завтра тоже гонка есть. А что поменяет день? Людей, может, ещё больше зайдёт. Овал, уйди с трассы. Вот это как ты мог не пройти? Понимаю. Попа 0-1. Промахи в чат. Попа 0-1. Мне 0-2. Попа 0-1, Слендермен. У него реально 0-1? 0-3. Что 0-1? Ну беги, Водородолов. Я не знаю. Я говорю, ты уверен, что он в груди не прошел? Так. Устюгов 0-1. Рыбы допа. Теза написал 0-1 еще до того, как у него мишень закрылась. Ой, вот Украина мне начинает. А Ильич, а ты не хочешь на передачу? А, блин, почему ты? Тора, у тебя сколько? У меня 0-2. Его, давай, пали. Ой, я за Тёмой начал. Квадратолов или кто-то... А, он побежал. Яга, сколько? 0-1. Молодчинка, видишь, камбэчим. А, я Ваниша. Все, отрубил. Бадр, у тебя большое преимущество. Так, а точно? Да, Лёва, он написал 2-2. Он написал, по-моему, 2-2. Покрутился возле штрафных кругов, а сам их не стал проходить. И пошел на передачу. Класс. Лол. Я такой, ты точно не прошел? Он такой, я хз, ну что это? Если это можно назвать.
Я, типа, я видел, как он заходил на штрафную куги, а дальше... Спасибо, да. Я не видел, что он зашел вообще. Я смотрю на Водродолова, вижу, что у него... Кубзи, сколько тебе на... Кубзи, сколько тебе на первый? Два, три... Я хз, я хз. Олег, сколько тебе на первый? Петров, 0-0, ага. Сева. Сева. А, ты, да? Ну, кстати, проблема стрел еще может решиться, если люди не будут стоять возле ковриков. Так они это... А да. Там по координатам, там по координатам. Там всем будет выдаваться, кто стоит в этом диапазоне. Поэтому... Нет, я про то, что стрелы лагают. Так вы не вырубили механизм, вот, допустил три промаха, алло! Ребят. Так это стрелы, которые выдают, его убрали. А можно рассказать тактику, как стрелять без задержки? Просто выстреливаешь стрелы, которые у тебя в инвентаре, они же есть. Он не бежит, как понять? Они ДНФ вроде бы. Они ДНФ. Второй рендер, третий Егор, четвертый Водородол. Оно тебе выдаст. Автоматом. И все. Сема, у тебя сколько на первый? Пусть говорят. Тут уже стреляют как бы. Пятый Зигер, шестой Нисинг. Так там Германия. Вода ноль. Вода только на круги не беги. В этот раз. Можешь сейчас пройти, бро, мы не заметим. Ага, удачи. Нет, нет, нельзя. Ну, конечно. Что, ноль? Пятый овал. Что, ноль? Экофан 0-0. Что, ноль? Я вижу. Не, просто записываю. Я записываю. Норик 0-2? Да, Нисик 0-2. Продакшн 1-3. Пацаны, какой ковер? Чё, мы сейчас нормально летим, вон, твои проблемы. Ух, фига себе. О, спасибо. Вадры, ты промах 50 собираешь? У Вадры... 0-1, всё, я видел, извини. Офигеть, у Ильича габарит. Нет, у Вододолова не 0-0 вроде. 901. Девять кругов, 0-1 доп. Да. 0,1. Это как? Нажал на место стрелять. Я часть патрона взял и кинул в мишень. Это кто? Это Козен бежит, ё-моё. Чё, там далеко все от меня или чё? Так, Линк, здорово. Да, дальше Рендерман в этой прямой. Вододолов чуть где-то секундах в 7 от Рендермана. Вододолов чё трехи? Yeah. Первый Линк. Ильич. Почти. Если И убрать, то будет Лич, Линк. Лич. Линк, Лич. Линкич. И у Козы назад нет, даже промахи был, знаешь? В чем прикол, даже если эта минута будет, мы можем быть в топ 5, 6, 9. Так, рендер, Линк. А, Линк уже подошел, Линк уже стреляет? Это Козен. Он просто вылетел, походу. Здорово. Давай это, не 0-0. Я всегда тебе жал 0-0, но давай сейчас не 0-0. Уйди, пожалуйста. Я ушел. Кругов ты на брип? Козин, промахи в чат. Не стойте возле Линка, чтобы не лагало. Все на передачу, кто там? Все норм из-за того, что рассеялся этот пелетон. Кто взорвал? Алло! Теракт! Чё это за бред? Кто это сделал? Чё это бред? Чё такое? Тут всё взорвали, весь счёт. Стадион взрывается! Линк, беги, у тебя 0-0.
А, да ты ТНТ поставили сзади. Это все Антоник! Кто это? Блять, бегите, ничего ёбля. Это Антоникс! Нет, все, гонка это. Да отменяется, вы чё, алё. Да не, нормально. Эхов, давай, давай, давай. Моя установка цела, у меня нормально. Клоун. Эхов, побежал, побежал. Эхов, 0-0. Почему он на 20-м стреляет? На каком может? Все, перебег, пацаны, все. Да не, давайте там просто будут коврики чистить и все. Да куда? Никто не стрелял, алло, все. Все, стреляем, я бегу. Да не, все. А мы реально перебег, а? Да перебег, конечно, все, камон. Перебег, конечно. Да блин, я Тёму обгоняю, куда? Только надо это. Кто-то НТ сзади поставил, какой вопрос. Это Его был, чтобы этот фон прибил. Ты дудачок? Ты дудачок? А кто-то НТ сзади. Алло, ты похуй, я запомнил. Я тебя, конечно, разочарую, но когда я увидел взрыв, я увидел, как ты от рубежа стал отлетать сзади. А я, короче, Ваня. Вижу, Линк стреляет, чуть не попадает. И там сзади ТНТ начинает. Это Антоникс еще тогда поставил. Вы просто не видели. Да какой Антоникс? Антоникс в армии. Нет, под ником Алтемикс заходил, и видно, он все сделал. Господи, я так и знал, что это этот овощ был. Это все Алтемикс. Помните, когда он тогда взорвал, видно, он... Тихо, тихо, тихо. Линк, кто там это вылетал от рубежа там? Кулгай? Так я тоже, знаешь, я такой стою, смотрю за твоей стрельбой, и там слева вылетает Кулгай, и оттуда ТНТ начинает взрываться. Кулгай, да, зачем это Кулгаю делать? Я не делал, я подлетел сюда и посмотрел, что ТНТ появится, поставить так быстро, не мог. Я таблицы записывал, по сути. Ну, кстати, я да, бы... он бы не поставил, потому я... что он бы писал. Я там записывал таблицу. Ну, от меня тоже, я Линк видел. Я там записывал. А я вот тут стоял. Я стоял вот тут. Идите стрельбище устанавливать, через 10 минут перебег делать. В чем проблема? Господи. Ну, сейчас они, может, и успокоятся. Вы же нормально стреляли, и все. Это не Антон. Вам стрельбище установить. Я не заходил, а в тот раз я еще пролетел внизу, не было никаких ТНТ. Все ясно, ТНТ где-то поставил. Ну, кто-то до гонки, значит, сделал. Мне кажется, это кто-то именно на гонке. Тихо, тихо, тихо. Знаете, что причем прикол? Смотрите, Кулгай, короче, версия умнейшего торнадо, в кавычках. Кулгай перед гонкой сетнул сюда ТНТ и убрал их. И потом сейчас, когда Линк стрелял, взял, подлетел к этому стрельбищу и написал, что там, Посмотри, как консоль, я не летал. Ребят, я подхожу к стрельбе. Ромки, записывайте. Ты где-то на передаче должен быть. Так и чё, в смысле? А какая разница, он мог ещё заранее... На какой коврик вставать? Давайте по консоли посмотрим. Так, 11-11 занимаю. У меня, я не знаю, в чем проблема. Смотрим консоль. У меня ТНТ в руках нету. Ничего, я ни одну команду не пропил. Антоникс не мог взорвать, потому что у него забрали ГМ-1, и он не заходил на сервер. А после того, как был взрыв, я пролетел внизу, как после того, как починили. Там не было ничего, там не было ТНТ. Я не успел, я стоял, забитал всех, забитал в промахе. Да, сейчас по консоли посмотрим. Записывал команду. Сейчас по консоли чекнем, все. Кто мог? А, там много было. Эков, мы за первое боремся. Давайте. 0-3. Тут единственное, кто это мог сделать, это админы и Устюгов. Я в ГМ-3 достребил. Или я в ГДшер, помнишь, как я тебе компьютер хотел сломать? Я это делать не мог. Все, ГДш, стоп. Больше, я больше не взорвал. Тихо. А зачем он начал? Больше просто некому, то есть никто не мог больше уйти, никто не топки, даже у Сета уже не топки. Блин. Я не мог. Я меня есть топка. Я записывал таблицу. Меня Линк видел. Не, Кулгай реально в таблицу все записывал, я ему... Ну, то, что он вылетел прям в тот момент, когда начали взорваться ТНТ, вот это прикольно. Кто? А, кстати, вон там ГОСТ пишет то, что это Антошка за ложка. Зачем да. Антошка за ложки это делать? А за ложка была во время гонки? Да. Нет. В смысле, да, серьезно? Да, он был сказал, значит, это он. Я помню, он вышел. Он вышел, но я там ничего не видел. Если бы это был реально. Если бы. О боже. Хотел
сказать. Короче, если бы Антошка реально бы этого... Если бы Антошка просто зашел бы на гонку, он бы сидел до конца гонки, еще бы написал, не знаю, кому-нибудь что-нибудь. Просто, типа, как он любит писать, там, не знаю, хрень какую-нибудь. Пацаны, написал. Это Сулик, проверяйте. Проверяем. Да, Кэтман пришел сюда, тут взорвал. А тут еще одна ТНТ. Че, Сет, как дела? Как тут здание около стадиона еще. А, ну я понял. Вы там в диске, да, сидите? Под 5. Сет. Чам. Зигер, как спасибо. Уфа? Супер, а что? Видел, там ЦСКА 50 миллионов евро выделяют, сейчас все Уфу купим. А кто это говорит? Блин, за что? А нам кого оставят, тренера? Вы тоже купите? Нет, тренер пойдет помощники Гончаренко. Уфа 2. Вот будет у вас называться. У нас будет. Чёма, ты что делаешь, дудачок? Чёма, ты дурак? Смотри. Ну, кстати, Сор сюда тоже не просто так пришел, значит, кем. Не, просто люди там что-то пишут в этой. Я трансляцию смотрел. Аллах Акбар. Ясно, это Сорф. Ну, стрельбище почти установили, поэтому минут через 10. Это Сулик. Какой минут через 10? О чем? Инфа сотка. Да Сулик взломал сервер, как обычно Симонов тут наставил. Не, аккаунт он просто аккаунт заложки взломал. Пароль, может, ты узнал. Так, я на первый коврик, да? А, первый занят, я на второй, значит. А, вот. Ну, короче, сюда остался. А куда целиться? Да стойте, что вы делаете? Я сейчас все сделаю. Да тихо, стреляю. Отойди, ну, все, я пошел допы, бля.